Друзья, всем привет, с вами, как всегда, Алексей Крылов, Диана, Даша, помашешь ручкой? Ну что, это последнее видео в этом году, оно коротенькое, мы просто хотели всех поздравить с 2021 годом, где-то он уже наступил, где-то он только-только собирается наступать, вот, хотим выразить вам огромнейшую благодарность за то, что вы с нами, за то, что смотрите нас, за то, что комментируете видео, за то, что пишете позитивные отзывы. Что еще хотим сказать? Да, большое вам спасибо, нам очень приятно, что вы кто-то уже много лет, кто-то этот год провел с нами, вот, и спасибо вам, и спасибо уходящему году, да, он был такой немного странный, но все-таки позитив в нем был, спасибо за это, и с хорошим настроением идем в новый год, вот, с Новым годом вас! И хотим пожелать вам всего-всего самого хорошего. Ты тоже, Даша, тоже хочешь сказать? Давай, говори. И пузатый. Что? И пузатый. Пузатый Дед Мороз придет к тебе. Вот. Что хочу добавить. Было, как бы, во время наших путешествий мы встречаем вас, наших зрителей. Вы подходите, говорите много всего хорошего. За это вам огромнейшее спасибо. Если еще с кем-то не встретились, то, думаю, обязательно встретимся. Вот, мир тесен. Хочу вам пожелать всего самого-самого хорошего. Мира, добра, любви, вертолет, машину, квартиру. Даш, что еще будем самолет? Самолет будем желать, Даш? Да. Да, Даша тоже говорит самолет всем. Она уже рисует. Всего самого-самого хорошего. Огромное спасибо, что нас смотрите. Всех с новым 2021 годом! Ура! Ура! Я еще хотела добавить. А, давай, добавляй. Присоединяюсь к всему, что сказал Алексей. Еще хотела пожелать, чтобы ваши планы, мечты на грядущий год сбылись. Обязательно. И еще путешествий всем нам без ограничений, чтобы каждый мог поехать туда, куда захочет, а не только туда, куда можно. Чтобы каждому в тарелку накладывали столько сосисок, сколько он хочет. Вот. Чтобы всегда было все включено. Деда Мороза! Что-что? Деда Мороза пытается. А, нарисовала Деда Мороза? Нет, это за. Ну что? И all-inclusive всюду. Да. Да. Все. Чтобы каждое утро в новом году начиналось хорошее настроение. Всем пока. Путешествий. С праздником. Ура!